Уроки волонтерства. Как начиналась история добровольцев и кто они такие? Сотрудники Государственного архива современной истории Чувашии расскажут об этом всем желающим. Вы были тимуровцем? Лет 30 назад этот вопрос, заданный школьнику, вызвал бы недоумение. Тимуровцами были практически все ребята Советского Союза, а началось все в 1940 году с повести Гайдара «Тимур и его команда». Сразу после выхода первого тиража во всех городах СССР, как грибы после дождя, начали появляться отряды тимуровцев. Бывало даже такое, что в одном небольшом селении было по два, а то и по три отряда. И они даже боролись за добрые дела. Дважды рубили одни и те же дрова, трижды подметали двор или полоскали белье. Были тимуровцы и в Чувашии. Наиболее интересным моментом тимуровского движения именно вот в Чувашии можно обозначить то, что зарождение тимуровского движения с 1969 года прошло благодаря газете чувашских пионеров «Пионер Сосы», что переводится как «Клич пионера». Пионеры же, в свою очередь, активно помогали вернувшимся с фронта военным, помогали раненым, брали шество над семьями. В своих подшефных семьях они выполняли самую разнообразную работу. Первый урок волонтерства организаторы совместили с уже традиционной акцией «Ночь в архиве». К этому дню мы подготовили тематический урок «Тимуровское движение в Чувашии». Также было приурочено викторина, и мы продемонстрировали различные фотоальбомы, посвященные тимуровскому движению. Узнать еще больше о тимуровском движении в Чувашии все желающие могут в читальном зале архива. Для этого нужно лишь предварительно позвонить или отправить заявку на электронную почту. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика.